Итак, клуб «Компас» – наш первый отправной камень сегодняшней ночной жизни. Второй раз я хватаю адреналин, когда ты выходишь на сцену, даже ты еще не начинаешь петь, уже сразу прет энергетика. Скажи, вот не думал ты, учитывая, помню, дифирамбы, которые пел тебе Влад Яма, сделать собственную танцевальную школу, помимо вокального какого-то проекта? Вот я сейчас, буквально сегодня, смотрел повтор «Танцуют все», вот этот проект идет, да, второй. Вот. И я себе еще раз говорю, что все-таки я певец, а не танцор. Хотя почему-то всем больше нравятся танцы, но, ну, не знаю, я все-таки хочу себя видеть певцом. Собрать просто какой-то коллектив, который будет вот примерно с тобой в синхрончике повторять твои движения, или невозможно их повторить, потому что, по-моему, мне кажется, ты просто летаешь над землей, ты преодолел закон земного тяготения в своих танцах. Ну, у меня как бы были такие пробы с подтанцовкой. Ну, я сразу скажу, что я люблю свободу, я не хочу ни на ком зацикливаться. Сейчас на тебя свалился безумный гастрольный график. Как к этому относится твоя супруга? Не ревнует к твоим постоянным разъездам по Украине? Ой, дай бог ей здоровья, она очень меня всячески поддерживает, помогает, как морально, так и физически, имеется в виду сын. Ну, сынулька у меня 7 месяцев. Вот, трудно, трудно, конечно. Я скажу, что у нас не было таких разлук, как сейчас, никогда. И, ну, тем не менее, спасибо ей, она меня поддерживает. Сына не собираешься подтянуть вокал? Он поет. А пел с папой где-то на концертах, выступал уже? Ну, он неоднократно уже бывал на сценах в разных городах, так как у меня есть такая песня «Олюшка», посвященная моей жене, я ее исполняю в своих сольниках. И в этот момент, если она рядом с Нольком, да, я их вытаскиваю прям-таки на сцену, они выходят. Недавно случай, мы смотрели с Олей фильм «Ванька спал», и вот там, значит, фильм, мюзикл по песням «Битлз». И там известная песня «Because», та-та-та-та. Вот. И сын там во сне начал там. Мы прямо так вот схватились за рты, чтобы вышли из комнаты, чтобы не рассмеяться и не разбудить его. Он поет, он сам себя убаюкивает, когда папа молчит. Когда папа поет, он ему подпевает, то есть вот так вот. Довольно прекрасно на итальянском языке у тебя это получается. Скажи, итальянским владеешь вообще в жизни? Ну, это на самом деле все честно. То есть как бы песня выучена с итальянкой. У меня был опыт работы в Турции, где довелось сотрудничать. И там была вот у меня коллега-итальянка, которая, ну, дала мне такой урок. Я стянул текст с интернета, показал ей, она исправила все детально и сказала вот так, вот так, вот так. Самый позитивный человек Украины Александр Кварта, который сегодня выступал в «Компасе», который зарядил и нашу телевизионную камеру, и наш телевизионный проект «Безумная энергетика» на сегодняшнюю ночь. Огромное спасибо. Всегда рады видеть этого человека в нашем городе.